Самуил Маршак. Багаж. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово! Уложен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно. Потеряно место одно. В испуге считают багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж. Туда, где лежал саквояж, картина, корзина, картонка, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик 15-й номер везет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку, а сзади ведут собачонку. Собака-то как зарычит, а барыня как закричит. Разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку! Позвольте, мамаша, на станции, согласно багажной квитанции, от вас получили багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти. Искусство чтения стихов – сложная и необходимая часть работы в театральной студии. Стихотворная речь ритмичная, яркая, многообразная, звучная. Сами по себе стихи – яркий, доходчивый материал, в котором легко выразить свое непосредственное отношение к явлениям жизни. Но помимо этого, стихи – это отличная основа для актерского тренинга. Покажем это на примере стихотворения «Багаж». Во-первых, можно делать небольшие этюды-зарисовки. Вот, например, Саше было предложено прочитать стихотворение от лица полицейского, расследующего происшествия. Начали! Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую. Товарищи, где собачонка? Используя стихи, можно тренировать дыхание. Вика выполняла упражнение по следующему алгоритму. Вдох. Набираем воздух в живот, надувая его, как воздушный шарик. На выдохе читаем стихотворение на одном дыхании, не добирая воздух. Таким образом, мы тренируем дыхание и при многократном повторении упражнения постепенно учимся произносить длинные фразы без добора дыхания. Начали. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово, уложен багаж. В спектакле актеры довольно часто произносят текст в динамике, порой выполняя довольно сложные движения. Используя то же самое стихотворение,
Можно тренировать дыхание в движении, как это делает Кирилл. Начали. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Такие упражнения полезны не только будущим актерам. Поэтому мы предлагаем всем вам попробовать выполнить эти простые упражнения. И желаем удачи!